Добрый день, уважаемые партнеры. В данном ролике мы с вами посмотрим посев ярового ячменя. Это сорт Квенч. Обработка семян произведена была продуктом компании Сингента Селесмакс в дозировке 1,8 литра на тонну. А все остальные обработки фоновые были одни и те же. То есть здесь было проведено две фунгицидных обработки и гербицид был Камара. На этом останавливаться не буду, расскажу просто про густоту стояния, то, что мы на данный момент видим на этом поле. Там, где норма высева была, это данный сноп, 3,5 миллиона штук, густота получилась у нас 540 растений на квадратный метр, и коэффициент кущения вышел 1,6, там, где норма высева была 2,5 миллиона штук на гектар, у нас коэффициент получился 2,2 кущения, и число растений было в этом же пределе, то есть тоже в пределах погрешности, 540 штук на квадратном метре. Я не сторонник изреженных посевов, в частности на яровой пшенице, но ячмень, как культура, которая обладает в большей степени способностью к кущению, есть все возможности несколько занизить норму высева. И в частности, наш эксперимент это доказал. При разных нормах высева к моменту уборки мы получили практически одинаковое число продуктивных стеблей на гектар. Соответственно, там, где высевали 2,5 миллиона на гектар, коэффициент кущения составил 2,2, а там, где 3,5, коэффициент 1,6, то есть культура в меньшей степени кустилась. И, соответственно, если проанализировать два вот этих пробных снопика, то на меньшей густоте стояния при одинаковом числе продуктивных стеблей все-таки сам колос более развит. И сами растения чуть-чуть более мощные по сравнению там, где была, не сказать, что это загущенная 3,5, но тем не менее, даже снижение до 2,5 миллионов нормы высева обеспечивает формирование полноценного стеблестоя. В качестве протравителя использовался препарат, специализированный для ячменя, это Селесмакс. Это инсектофунгицид, который обеспечивает защиту семян не только от болезней, но в том числе и от вредителей. Все мы знаем, что ячмень на ранних стадиях может подвергаться комплексу различных вредителей, включая блошки и злаковые мухи. Соответственно, Селесмакс позволяет произвести качественную защиту семян.